Всем привет! Мы сегодня будем готовить национальное филиппинское блюдо, называется оно Шанхай. Итак, мы накладываем это на что? Фарш? Фарш. Да, берется такие маленькие трубочки, так они складываются. Это у нас, как я понимаю, тесто, да? Вот. В принципе, все очень просто. Мы их собираем в трубочку, а что потом? Жарится будет, наверное. А потом, скорее всего, все это будет готовиться. И будет очень-очень даже вкусно. Кстати, в конце видео обязательно покажу вам фотографию, как это выглядит в готовом виде. Вот. Мне уже, честно говоря, прям так хочется попробовать на вкус что-то такое. А это у нас... А это что? Это яйцо. How do you long to fry this one? This one? Yeah. How do you... when you fry? Yeah, because it's golden brown. We will fry it until it's golden brown. До того, как станет коричневым цветом. Все очень просто. В общем, вот как-то так, друзья. Всем приятного аппетита, а мы продолжаем готовить и изучаем филиппинскую культуру, ну и, конечно, самую вкусную еду. Собирается. Вот, как-то так. А теперь спросим мнение профессионала. How do you think? It's okay? It's okay. Это мой Шанхай. Я попытался его сделать сам. Мы его пожарим. Он будет очень-очень вкусно. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Мы в Филиппинах. Всем пока-пока.